А про тое, як сістэма выглядае знутры, запытаемся ў былога суддзі з Пінску Алексея Пацко. Вітаю вас. Добрый день. У жніўні летась вы адмовіліся судзіць пратэстоўцаў, адмовіліся судзіць таксама назіральнікаў за выбарамі, але цікава, як вы ўвогуле патрапілі ў сістэму, бо вельмі зараз шмат людзі кажуць пра тое, што ў гэтай сістэме дзейнічае такая сістэма адмоўнай селекцыі, то бок найгоршыя застаюцца, лепшыя вельмі хутка адтуль зыходзяць. Як вам удалося патрапіць у гэтую сістэму і некалькі гадоў нават там прапрацаваць? Если говорить про систему и вообще про то, как я туда попал, то достаточно все просто. После событий 2014 года и выборов 2015 года, достаточно безальтернативных, достаточно наметилась тенденция все-таки либерализации в целом, в том числе и правовой, экономической, и система стала на путь обновления. То есть общая политика кадровая была, поиски молодых, достаточно перспективных лиц, для, в том числе для набора их вот в систему судебную. Как раз я попадал под многие критерии, у меня была достаточно хорошая репутация, я работал в различных предприятиях, у меня был неплохой уровень образовательный, и, соответственно, мне предложили попробовать пройти все необходимые отборы на должность судьи, соответственно. Это достаточно очень длительный путь, в моем случае он занял около года, это квалификационные экзамены, различные собеседования на всех уровнях. Таким образом вот я и попал. То есть предложили, я прошел все эти отборы, система была направлена на обновление все-таки. То есть говорилось в разговорах, когда предлагали туда попасть, ну, в систему прийти, что все будет улучшаться, смотрите, вот именно в этом направлении все движется. Каждого из вас, в том числе лично ко мне обращались, есть возможность ее исправить, сделать лучше. И, конечно же, в силу определенных, в том числе возрастного момента, я в 28 лет был назначен уже на должность судьи. И, конечно, я питал определенные иллюзии в этом плане. Вы кажете, что это отбылось после падения 2014 года, а в 2015, я так разумею, остались судьей, так? Да, как раз 2015 год. Это. То бок вы пропрацавали 5 годов до 2020-го. Ці было вас у гэты перыяд паміж 2015 і 2020 нейкія такія выпадкі, калі вас прымушалі ці вам намякалі, што трэба кагосьці судзіць вось так, а не іначай? Да, такие ситуации такие были. Но если не брать во внимание 2020 год непосредственно, да, вот его середину, так, август, то до этого было это все очень так корректно в рамках неких дипломатичного подхода, ну, если его можно так назвать. То есть это были некие намеки о важности, о необходимости понимать ответственность за происходящее. То есть никаких прямых указаний в том числе по делам не было. То есть это были общие такие, как сказать, направления движения. То есть вот примерно необходимо, как видят они ее, необходимость этого руководства, то есть и в рамках этой вот некой системы ты должен принимать свое решение. Но непосредственного воздействия не было. То есть а никто не говорил... 2020 года нечто... А у жнивни уже 2020 года нечто изменилось, так? И что? Да, уже система начала меняться заранее. Это уже где-то с начала 20-го фактически года начали изменяться подходы. То есть потихонечку в различных сферах начали изменяться подходы. Ну, общая их вся тенденция склонялась к одной простой вещи. Это к управлению непосредственно принятием решений. То есть потихонечку это было в неких условно согласованиях определенных моментов по делу, потом это было согласование наказаний либо видов ответственности, да, там по делу, потом это стало уже прямое указание конкретных видов наказания по конкретному делу. То 9... есть это уже... А 9 жніўня я читал уже то, что вы казали, вам просто на упрос загадали, усім давать по 15 сотням. Да, это были активисты, это было, так можно сказать, превентивные задержания, то есть как ГУВД считала, я так понимаю, особо для них, как им казалось, опасных активистов, тот, кто мог после выборов или во время выборов создавать какую-то проблему, в том числе на избирательных участках, они были в большей части превентивно задержаны, тех, кого смогли задержать, и, соответственно, задача напрямую стояла в определении наказания, связанного с изоляцией, то есть административного ареста на максимальное, на тот момент 15 суток.
Спадар Алексей, ведаеце, што мяне яшчэ ўразіла. Я калі чытаў ваш расповед, то 10 жніўня вы казалі, у Пінску затрымалі вялікую групу пратэстоўцаў, больш за сотню людзей, іх усіх пасадзілі спачатку ў міліцыі. І паколькі праз 3 дні скончывалася час, калі іх трэба было або адпускаць, або вызначаць ім меру стрымання, іх усіх пачалі судзіць спачатку па адміністратыўных справах, а пазней за тыя ж самыя рэчы, то бок за тыя ж самыя пратэсты, пачалі яшчэ судзіць і па крымінальных, то бок двойчы асудзілі за адно і тое ж. Фактически да. Ну, получается, в рамках, если смотреть ПИКУАП, соответственно, действующий на тот момент, то если в отношении человека было возбуждено уголовное дело, естественно, а в отношении всех задержанных, там, непосредственно с 9 на 10 задержано было там, наверное, около человек 70-80, а потом еще на следующий день спецоперация была, там, в том числе с привлечением внутренних войск, там, и тоже задержано там было тоже сопоставимое количество, всего там около 140 человек оказалось. И вот первая партия, кто задерживался ночью, то есть это вот именно события возле Пинского исполкома, они все были допрошены в качестве подозреваемых, то есть эти трое суток они были и задержаны непосредственно на 72 часа. Естественно, те, кто сразу был идентифицирован, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а остальным, не прекращая уголовное преследование, было составлено по этим же фактам, то есть протоколы об административных правонарушениях. Фактически их перезадержали, каждого из них, по административному правонарушению, и эти же время, эти же обстоятельства вменили в вину по административному. То есть закон работает так, что может быть только уголовное. Пока она есть, и дело не прекращено, административная ответственность наступать не могла. Однако это было не так. И даже интересно в этой всей ситуации, что никто из них фактически не отсидел полный срок административного ареста. И когда их увезли на ИК, после уже осуждения к административному аресту, буквально 2 или 3 дня они побыли на в исправительной колонии, их перевезли с ИВСа, и через 3 дня прокуратура, соответственно, выносит постановление о освобождении их от дальнейшего отбывания этого административного ареста. Такой процедуры в ПИКУАПе нету, порядок, соответственно, нигде не определен, это было некое такой экспромт со стороны прокуратуры, который, мягко скажем, не вписывается в рамки действующего законодательства, потому что он фактически отменяет судебные постановления. А процедура обжалования и протестования четко определена. То есть вне этой процедуры эти постановления были отменены, и люди просто выпущены, соответственно, с отбытия наказания. То есть это был такой случай, он полностью весь это... Ну, то бок, по сутности, это абсолютное беззаконие, которое отбылось по законах вот гэтых, какие у нас сегодня в Беларуси пануют, нават у рамках гэтых вот законов это беззаконие. И хотел просто добавить, что тут, конечно, эта ситуация на удивление, когда в пользу людей это произошло, да, то есть никто из них не добывал свое наказание, да, а пошло в пользу. Но все равно, с точки зрения формального подхода к этой ситуации, я могу объяснить, просто простая причина, их не могли пересмотреть эти дела и вынести постановление о прекращении, да, там, в том или ином виде, потому что все бы эти люди были незаконно осужденными. То есть это все были бы огромное количество людей, кто уже отбыл достаточно большой период, там, кто-то нескольких дней, там, до недели, кто отбыл административный арест, и теперь они все незаконно осужденные. То есть фактически их всех можно в этот было записать, это количество. Это достаточно серьезное нарушение, то есть даже 1-2 человека, таких случаев в год, это уже считалось в свое время ЧП, даже одно. То есть в системе, когда происходит такое вот незаконное осуждение, когда человек назначается административный арест, и он там долго находится, а потом по той или иной причине постановление о прекращении выносится. Тадар Алексей, или у сегодняшней Беларуси, на жаль, никого это больше не удивляет, такие справы могут быть сотнями, и это уже больше никакое не ЧП. На жаль, у нас скончился час на нашу размову, я только для наших глядачов хочу додать, что вы певный час еще заставались у Беларуси после того, как звольнились, отмовились судить і ўдзельнічаць у гэтых вось незаконных дзеяннях, пасля чаго па сутнасці знішчылі бізнес вашай маці, таму што яна была адвакаткай, вы не змаглі працягваць у яе працаваць і былі вымушаны з'ехаць ва ўкраіну з сям'ёй і разам з маці. Усё правільна я сказаў? Да, в отношении нас возбуждены уголовные дела. Так работает система, что даже в ходе процессуальных действий они нарушают, опять же, установленные правила, даже формально не знаю,
только по слухам, да, там передают люди, знакомые, в чем нас обвиняют. То есть, конечно, мы подозреваем, ну, стандартная ситуация в современной Беларуси – это уклонение от уплаты налогов и, скорее всего, незаконная предпринимательская деятельность, что-то в этой области. Спадар Алексей, дякую великий вам за эту размову. Зачу вам доброго вечера. На жаль, вот такая ситуация у нас в Беларуси – быть ширым судьей и судить по законах. Вас просто за это могут знищить.